попытаюсь, если успею сейчас, пока моя жена не пришла, еще раз сыграть, может быть, выиграю. Вот три расы. Просветленные, люди, еще какие-то. Так, сначала исследование. Удешевляю на 5% здание. И сокращаю время строительства на 10%. Увеличиваю дальность радара на 30%. Сначала командир строит экстракторы. Потом один из строителей тоже экстрактор построит. Другой строитель тоже экстрактор построит. Точнее, да, экстрактор. И в это время командир строить будет 4 научных станции. Или даже 5. 5 научных станций построит командир. А этот построит энергию. Генератор энергии один. О. Построил. Отлично. О. Сейчас у меня энергии и материи одинаково производятся. Плюс 5 энергия, плюс 5 материя. Генератор энергии сейчас будет мне плюс 6 энергии давать. Теперь у меня плюс 11 энергия. Командир строит вторую научную станцию. Я буду строить только артиллерию, защитные пушки и противоракетные тактические роботы. Роботов тактических, противоракетных. Так. Энергии нужно примерно в 2 раза больше, чем материи. Чтобы хватало. Да, я построю еще один генератор энергии. Вот здесь. Сейчас командир поднакопит материи. Построит еще 2 научные станции. Потом буду развиваться. А зачем я дальность радара сделал? Надо было сразу сюда бухнуть. Ну ладно. Так, 4 научные станции есть. Сразу я тоже прокачаю экстрактор материи. Это будет строить меня сразу. Генераторы энергии. Почему нет-то? Один строитель будет. Один инженер будет строить генератор энергии. А командир на остатке ресурсов построит научную станцию. Ресурсов хватит. И один инженер бродит. Пока без дела. Просто бродит. Просто катается. Так, инженер строит генератор энергии. И материи хватает. И даже есть избыток материи. Когда накопится материи побольше, командир построит еще одну научную станцию. И я увеличу производство энергии на 20%. Потом построит этот инженер, построит радар. Какой инженер полезный. Энергии теперь больше. Плюс 34. И в будущем я буду конвертировать энергию в материю. Очень скоро.
Да, генераторы энергии стали больше производить энергии после научного прорыва. Научная станция. У нее эффективность научных исследований 0,9. Так, сейчас увеличение, прирост материи сейчас будет мне. Оу. Потом инженер построит фабрику наземную, которая будет производить противоракетные замечательные машинки. Противоракетные машины. Есть прорыв. Материи больше производится теперь. Вражеские юниты появились. Командир будет их встречать. Они пока просто так ходят. Туда-сюда. Сейчас буду строить экстрактор материи. Конвертер материи. Так, где враги? Все, есть. Инженер будет строить конвертеры материи. 10 штучек хватит. 5. Воу. Так нельзя. Итак. 10 конвертеров. Инженеры сейчас будут уже развивать экономику мне. Таким образом. Это для начала. Оп. Инженер ремонтирует поврежденный генератор энергии. Его ракетница. Ёп. Сейчас прокачаем здание. Ракетница, конечно, разобьет этот генератор. Что же делать? Или увеличить его броню. Вау! Ой, как тяжело, как больно мне. Ай, как больно. Пушка Гаусса. Потом зенитки. Конвертирую лишнюю энергию. Куда бы отправить? Так. Строитель будет строить уже пушки. Они нужны будут скоро. Четыре. Так, что у меня с наукой? Так, сейчас зенитки. Сейчас эти два самолетика упадут. Построил. Количество вражеских юнитов увеличивается.
насколько может видеть мой радар. Так. Слишком много у меня теперь материи, ресурсов больше, чем надо. Надо расстраиваться, строить надо больше всего. Так, а тут ничего не надо строить. Так, сейчас ремонтную башню. Построю. Так, какой-нибудь инженер еще. Что он построил еще? 5 солнечных панелей. Солнечных генераторов. Не солнечных, генераторы энергии. Так, ремонтная башня появилась на генераторах энергии. Так, теперь щиты надо строить. Срочно. Броня здания на 15% увеличиваю. Броню зданий. Раз. Есть. И потом этот инженер будет строить еще генераторы энергии. Некоторое количество. Много. Это много. Хватит нам все. Этого количества. Сейчас щит построю скоро. Начну строить. Конвертирую энергию лишнюю. 9 конвертеров есть у меня. Так, щиты могу строить. Инженер будет строить щиты. Сначала защищаем. Экстрактор материи. Потом защищаем. Эти пушки надо защитить. Так, другой инженер защитит конвертеры. Много надо щитов. Так, и один инженер построит щиты где-то здесь. Здесь тоже нужно будет построить щиты. Энергии уже много производится, но недостаточно еще. Все, щиты есть. Теперь надо сделать противоракетную оборону от тактических ракет. Шарп-шутер. В общем, стреляющий лезвиями. Стреляющий, остро стреляющий. Сейчас фабрика построит у меня их. Какое количество мне надо? 25 50 40 штучек пока. Так, пушки уже что-то стреляют, что-то убивают. Артиллерию надо уже построить, чтобы она их отгоняла, врагов моих. 2.
6. Такое количество артиллерии будет. Могу уже конвертировать энергию лишнюю в материю. И вся материя сразу же израсходовалась. Производство энергии у меня плюс 215, а материя плюс 13 производится. Ох, мне звонят. Кто бы это мог быть? Ставлю паузу на запись. Запись ставлю на паузу.